Всем привет, 27 июля, 15:21. Вот ребятки у нас собрались. Привет, ребят, как прошла ваша рыбалка? Довольно-таки хорошо все прошло. Карпик поклевывал не часто, но приходилось работать, чтобы его поймать там. Влетали такие неплохие экземплярчики. Один, правда, таскали очень долго одного, он у нас забагрился. Его минут, наверное, 10 тягали. Было довольно-таки интересно это все. Это как раз вытащил я. Ну, почти не сказать, что он сопротивлялся вот на похожий свой вес. Наверное, он где-то в нем 500 кило, да? Ну, полторашник. Ну, да, где-то полторашник есть, да. Ну, очень, да, такой неплохой карпик. Ой, тихо, жабры. Ну, он практически не сопротивлялся. Отдохнули, наслаждение получили, навыки наработали. Навыки нарабатываем, на соревнованиях будем выступать лучше. Давайте, золото должно быть за вами. Всего доброго и до скорых встреч. До свидания.